Среди бюджетных мониторов тоже можно найти приемлемую модель с IPS-матрицей и приличной цветопередачей. Но во всем остальном недорогие модели выглядят печально. Простая подставка, ничего не крутится, не настраивается, мало интерфейсов подключения. Куда интереснее мониторы классом повыше, как вот этот Asus PA238QR. 23 дюйма, IPS-матрица, функциональная подставка, USB-хаб с двумя разъемами. За это уже попросят побольше. Ну и дизайн, конечно. Взят он из серии ProArt, угловатый, серьезный, с матовыми поверхностями и красными полосочками, почти как у профессиональных объективов. По периметру здесь тоже есть линейка в виде углублений, можно при надобности измерить какой-нибудь объект на экране. Особая радость — подставка. Изменяется высота, угол наклона и поворота, а еще доступен вот такой режим на случай, если вы верстаете New York Times, например. Подключить к монитору можно что угодно. Здесь и аналоговый VGA, и DVI, и HDMI, и DisplayPort. Есть еще и USB-контроллер, правда, он второй версии, а не скоростной третий. Даже с заводскими настройками PA238QR показывает прилично. Почти точная палитра sRGB, не идеальная, но достаточно ровная гамма и температура на уровне 7000 Кельвинов. Если нужно получше, можно переключить монитор в режим sRGB или воспользоваться калибратором для создания профиля. Меню построено удобно, но вот популярного сейчас соответствия кнопок пунктам нет, а кнопки не подсвечены, так что ночью будет проблематично попасть по нужным. Кроме того, над ними есть еще такой же формы датчики, на таком же расстоянии, и часто пытаешься нажать на них. Датчики хитрые, один из них — Human Sensor, который должен определять присутствие человека за монитором. Но работает он не всегда корректно. Если вы ушли, то монитор выключится. Но вот отключение посреди рабочего процесса — это не очень. Скорее всего, сенсор определяет движение, так что придется чаще делать зарядку. Ну или просто его выключить. Большинство дополнительных настроек в режимах стандарт и sRGB не работают. Допустим, для включения фирменной технологии динамической контрастности ASCR придется переключиться в какой-нибудь Scenery, чего я вам делать не советую. Недорогих мониторов на IPS-матрице сейчас много, но если не устраивает слишком простая подставка или олиповатый дизайн с глянцевым корпусом, то стоит посмотреть на PA238QR. Он дороже, но эта разница вполне оправдана.